судьи спорта международного класса из Санкт-Петербурга Замбалат Суриев. Спонсор выпуска – компания «Силоруков». Компания, которая стояла у истоков производства качественной, удобной и продуманной экипировки для развития силы хвата, силы рук и предплечий. Продукции компании уже давно доверяют именитые спортсмены всех направлений. Огромный опыт производства и инженерной мысли позволил создать и усовершенствовать, сделав свои тренажеры максимально эффективными. У «Силоруков» огромный ассортимент товара, тренажеры для рук и предплечий, расширители грифа, большой выбор эспандеров и, конечно же, ручки для армрестлинга под любые задачи. Универсальные ручки для армрестлинга подходят к любому тренажеру, будь то домашний спортзал или продвинутый фитнес-клуб. Все ручки имеют металлическую основу и снаружи покрыты высокотехнологичным пластиком, который не ржавеет, не меняет цвет и всегда как новый. В ассортименте имеются ручки с разными насадками – цилиндр, конус, эксцентрик и многими-многими другими. Также есть блоки, приставки к столу и, конечно же, сами столы для армрестлинга. Продукцию компании «Силоруков» можно заказать на сайте силоруков.рф, есть доставка по России. Также у компании «Силоруков» есть канал на YouTube, группа ВКонтакте и офлайн-магазин в Москве. Добро пожаловать! Все ссылки на наших друзей мы оставляем в описании к видео. Очень напряженный поединок. Цветан Горшевский заходит в свою любимую технику и раскрывает кисть сопернику. Мало кому удавалось перестоять в этом движении Цветана. И он одерживает победу. Очень напряженная борьба на центре. Цветан Горшевский опустился чуть ниже к руке стола. А что ему не говорят подняться, а? Оба спортсмена устали, никто не хочет отдавать ни сантиметра. И он одерживает победу в этом. За первым столом. Что скажут судьи? Решение судей.
является пятикратным обладателем Кубка мира среди профессионалов, пятикратным чемпионом мира. Его соперник Эльдар Бубенко является мастером спорта международного класса, представляет город Троиц. Является серебряным призером турнира МСИ. Петербурга. Является мастером спорта международного класса. 23 года тренировочного класса Мобайл Лига. И он одерживает победу в этом. Итак, судьи отходят посоветоваться. Победу одерживает Марат Алибазов. За первым столом разрыв захвата. Спортсмены будут увязаны. Друзья, уже через полтора месяца мы планируем провести очередной турнир армфайтов с участием спортсменов-инвалидов. Соревнований для здоровых людей с хорошими призами много, чего не скажешь о соревнованиях среди инвалидов. Давайте все вместе поможем провести это мероприятие и подарим ребятам частичку своей души и положительных эмоций. Только с вашей помощью нам удастся это сделать. Поэтому обращаемся к вам с просьбой помочь нам в этом добром деле. Денежные средства, которые пойдут на оплату дороги, питания и достойные призы победителям, можно перечислить по номеру телефона, к которому привязана карта. 8-920-177-55-61. И помните, добрые дела всегда возвращаются. Уверенно собирает кисть. И такое решение судей. Здесь.
Закрывает второго. Все. Подписывайся на канал, пиши свое мнение в комментариях, ставь лайк, если понравилось видео, и поделись этим роликом у себя на страничке в социальных сетях. Это важно для меня и алгоритмов YouTube. Для вас работал чемпион мира по пара-армрестлингу Зинятулин Руслан. Текст читал Курбанов Эрик, Берсеркер 13. Заедем преподавателям, кандидатам из спорта, Алине Калининой.